Всем привет, с вами видеошоппер.ру, и сегодня мы собрали различные приложения для вашего смартфона, которые помогут проследить за некоторыми вещами. Что ж, поехали. Spy Monitor. А теперь представьте, что за вами шпионят. Не очень приятно, не так ли? Но программа Spy Monitor не создана для защиты вашего смартфона от рук недоброжелателей, а лишь покажет, куда уходит трафик и информация о вас. Попадая в приложение, вы увидите карту Google, на которой вы будете синей точкой, а красными полосками покажется информация, которая ушла в ту или иную страну. Вы сможете узнать, по какому адресу уходит информация, посмотреть все активные соединения, узнать сведения о получателях. Дизайн программы простой, всего два экрана, без каких-либо лишних функций. Но стоит заметить, что выглядит очень красиво и просто, залог успеха для мобильного приложения. К сожалению, Spy Monitor не блокирует передачу данных, он лишь показывает информацию, а что делать с ней дальше, только ваше решение. Если вы очень боитесь за свои данные, то лучшего приложения вы, скорее всего, не найдете. Notification Hub. Главная проблема уведомлений – смахнув один раз, назад не вернешь. Notification Hub решит эту проблему, и вы навсегда забудете о ней. Это своего рода журнал уведомлений, где они записываются с кратким содержанием. Есть возможность выключить показ уведомлений от некоторых программ, они сразу будут попадать в журнал. В шторке уведомлений имеется удобный виджет, который покажет количество новых уведомлений от каждого приложения. Дизайн очень простой и понятный, всего три экрана и минимум настроек. Сама программа бесплатна, но если заплатить $3, можно получить сортировку уведомлений по месту и статистику уведомлений от каждого приложения. Работает хорошо, а больше от этой программы и не требуется. ZDBox. Это приложение, которое призвано помочь вам с очисткой смартфона. Здесь показывается вся текущая информация, начиная от заряда батареи до используемого трафика. Имеется возможность очищать оперативную память, выгружать из нее приложения и убивать процессы, просматривать количество потраченного интернета, время до полной зарядки или разрядки аккумулятора, очищать кэш и даже удалять ненужные APK-файлы. И это еще далеко не все. Есть возможность передавать файлы по Wi-Fi между двумя смартфонами, блокировать приложение паролем, перемещать программы на карту памяти и назначать режим «Не беспокоить». Функционал действительно большой, но у программы есть два минуса. Немного устарелый дизайн и реклама, которая хоть и не раздражает, но не радует. Что ж, а на этом у меня все. С вами был видеошоппер.ру и до встречи в еженедельном дайджесте.